Доброе утро всем. Сегодня приехал к нам новый гость, Каспер. Красавчик Каспер, который приехал на плановую операцию. Со своей хозяйкой, которая стесняется, которая находится за кадром. Вот, приехал, поэтому присаживайтесь поудобнее, расскажем, покажем, пока не говорим, какая операция, пускай будет для вас загадкой. Идем вперед. Каспер у хозяйки на плече, как ранее говорил, хозяйка стесняется. Красавчику уже сделали релакс-препарат, и он потихонечку входит в состояние наркоза. Наш красавчик уже в релаксе. Хозяйка Александра поехала домой переживать и держать кулачки, а наша задача перемещаться в операционную. Наш красавчик уже на операционном столе в состоянии релакса. До наркоза осталось всего несколько минут, которые мы подадим через катетер, который у него стоит в лапке. Хотел бы каждого из вас, кто смотрит, кто переживает, подержите, пожалуйста, кулачки за нашего красавца, чтобы наша операция прошла тихо и спокойно. И ответ на ваш вопрос, какая же операция? Операция кастрация. Поэтому, кому интересна данная тема, держите кулачки, присаживайтесь поудобнее и смотрите с удовольствием. Наша операция подошла к логическому завершению. Красавчик потихонечку пробуждается после такой операции и выходит с наркоза. И наша задача — набрать хозяйку, рассказать, что все прошло отлично, что ее красавчик все легко и просто перенес. В продолжении нашей сегодняшней истории мы посмотрели в рот нашему красавчику и увидели, что есть камушки, есть налетик на зубках. И в виде бонуса почистим еще и зубки. И вот теперь покажем вам красивую голливудскую улыбку. Наша операция успешно выполнена. Наш красавчик легко и комфортно ее перенес. Да, очень часто некоторые из вас задают вопрос, нужно ли кастрировать либо стерилизовать ваших питомцев. Решение за вами, при этом маленькая подсказка. Безусловно, номером один, если мы говорим о кобеле, он должен быть производителем. Должна быть самка и должна быть свадьба. Если такой свадьбы нет, на втором месте стоит кастрация. Поэтому такая подсказка сегодня для вас. Пользуйтесь и знайте. Будьте здоровы и всех благ. Наша история подходит к логическому завершению. Наш красавчик пришел в себя, проснулся, и мы идем навстречу хозяйке.